Пятый раз казахстанцы выбрали народных любимцев. Заветные статуэтки в этом году вручали в Астане. Всего в голосовании участвовали более сотни тысяч пользователей социальных сетей. Символичные статуэтки национальной премии «Народный любимец 2015» в виде лайка получили победители в 25 номинациях. Авторитетом кино признан Нуртас Адамбай. Заслуженную победу в номинации «Артист эстрады» получил Димаш Кудайбергенов, победитель международного конкурса «Славянский базар 2015». Лучшим фермером года по народному признанию стал Анатолий Кральчук. В номинации ТВ «Новости года» победил коллектив нашего канала. Это действительно независимая премия, скажем так, как говорят некоторые, частная премия, да? Но это премия, наверное, самая открытая премия. То есть голосование происходит в Фейсбуке, в социальной сети. И изюминка самого голосования, насколько вы знаете, это люди сами могут выдвигать. То есть люди сами выдвигают своих претендентов. И сами голосуют. То есть потом жюри у нас есть, конечно, но жюри больше констатирует факт. Радостно осознавать, что у нас в стране есть такая премия, которая объективная, честная, где простой народ может голосовать. Был у меня там один опыт участия в одной премии, когда там в последнюю ночь какие-то голоса у других кандидатов появляются, тогда, в принципе, было какое-то разочарование. Здесь же я понимал, что здесь все будет честно.